ты ухуел? Ухуел? Акул здесь, к сожалению, нет. Я даже не знаю, почему назвали акуловка. Подача вот такая. Ложка деревянная, но меня единственное, что смущает, что ее кто-то в рот уже брал. Акуловка. Ну, прекрасная история. Но Хадис классная, действительно. Какая цель у нас сегодня? Поесть, ухи. Ты ухуел? Ухуел? Данил сейчас нам объяснит, что на трассе есть такая штука, в которой можно поесть. Что, Данил? Акул здесь, к сожалению, нет. Я даже не знаю, почему назвали акуловка. Видимо, это населенный пункт. Но здесь есть прекрасная уха из местной форели. И еще есть прекрасные пирожки. Давайте попробуем. Уха. Обалденная. Сейчас я попробую. Скажу, обалденная это или нет. Подача вот такая. Русской. Ложка деревянная, единственное... Я нос в ухе. Ложка деревянная, но меня единственное, что смущает, что ее кто-то в рот уже брал. Уха была норм вкусная. Жирненькая рыба, большие куски. Ложка неудобная. Для тех, у кого рот большой, есть неудобно. Уха норм вкусная, но говорят люди, кто вот был здесь раньше, что уха-то была пободрее. Но ничего, мы еще дадим им шанс завтра, скорее всего. Посмотрим, лучше они приготовят или хуже, чем сегодня. Ну и сейчас было, в принципе, норм. Сейчас мы ждем пельмешки с форелью. Мне очень понравилось. Можно сказать, что я ехал сюда, потому что хотел ухи. А, мне всегда движет голод. Да, хорошо. Сейчас еще будут пельмешки, посмотрим, что они будут из себя представлять. Очень дискомфортно сидеть, когда у тебя голову играет телевизор. Акуловка. К сожалению, здесь нет акул. Я хотел бы очень поесть акулу. Кстати, там можно увидеть, как выглядит их хозяйство. Школа английского языка Ешко. А мне не принесли пельмени еще. Очень вкусные пельмени, тоже из форели. Обычно я не люблю рыбные пельмени, но... Эти очень даже ничего. Видишь, какое диво. В общем, прикольная штука, классно. Пельмешки вкусные, вы видели, я ел их как чувак из «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Акуловка, магазин, кафе. Прямо на трассе, вот, дорога, и оно здесь. А это другая акуловка, в городе Сартовала. Она нас совсем не порадовала. Мало того, что здесь цены выше на уху. Как будто выгоднее на трассе вариант. 250 рублей вместо 200. Так еще и огромные очереди и сесть негде. Всего два стола. Здесь нет места. Но вон чувак на холодильнике ест вообще. Блин, надо что-то сожрать, я умру сейчас. Но мы были голодны, поэтому пришлось есть тут, стоя. В общем, программа Time to Trip не рекомендует акуловку в Сартовале. Лучше потерпите до акуловки в Лахденпохе. Извините. Вон там моя третья. Прикольная история. Но уха здесь классная, действительно. Она довольно-таки без жижи. Уха была хороша, но с деревянными ложками гораздо прикольнее есть. А вот индичнее. Ну, мы еще поедем с деревянными ложками. Сейчас заедем. Данил, у меня вопрос. Да. А какой это сорт овала? Сорт первый. Это сорт овала, если вы не поняли. Город. Сколько там людей? Множество людей. Мы вернулись в акуловку. Идем, Данил. Так, во-первых, это в туалет очередь. А это очередь вот сюда. Слушай, столы вообще-то свободные. Вы не поверите, мы снова в акуловке. Дубль 2. Нам понравилось, мы решили заехать на обратном пути сюда же. И вот эти множество людей, они не едят. Они в туалет заехали. Из автобусов снаружи. Была какая-то интересная история про Иван-чай. Данил только что рассказал. Там какая-то крепость была. Ну, история потрясающая, просто великолепная. Почитайте, погуглите как-нибудь. Пью Иван-чай. Оказывается, я только что узнал, что традиционный бутер с рыбой — это на белом хлебушке с маслом и вот так. Я обычно ел с черным хлебом и творожным сырком. Мне так больше нравилось. Приятного аппетита. Ну что, есть растягачек. Недоеденный растягачек. Тоже с рыбой. Была уха, тоже с рыбой.
только чай без рыбы. В этот раз нам в Акуловке понравилось. Мы заезжали в другую Акуловку, там мало столов, большая очереди, нам пришлось есть стоя. Да, и отличие в том, что здесь можно есть деревянными ложечками, а там обычные. Наше путешествие подходит к концу. Было прикольно, да, 2 дня, мы ели уху. Уже немножко усталость чувствуется. Ну, Данила, за рулем ехать еще 2 с лишним часа. И второй автобус приехал, третий или какой. Сейчас люди пойдут в туалет все. А мы отчаливаем. Всем пока. Смотрите канал, подписывайтесь, добавляйте лайки. Смотрите. Сатныя. Ходячие. Ходячие. Репортеры. Работеры. Все, again, again. Смотрите, ходячие репортеры. Репортеры. My boat. Here, you are welcome anytime.